обнаружена одна из самых известных картин художника Анри Матисса «Сад». Полотно было похищено из Музея современного искусства еще 25 лет назад. Как в сюжете голливудского фильма, злоумышленник просто вломился в здание, разбив входную дверь обыкновенной кувалдой, и буквально за мгновение до прибытия охраны вынес картину стоимостью в 1 миллион долларов. Обнаружить пропажу удалось благодаря одному из арт-дилеров. К нему обратился с предложением о продаже польский коллекционер. После того, как полотно проверили по базе данных, выяснилось, что это знаменитое произведение искусства. Оно немедленно было возвращено в музей, причем даром. Продавцы арт-объекта решили не наказывать, но попытка сбыть картину, получить за это гонорар, оказалась провальной. Народные новости. Находку искусствоведы назвали настоящим чудом, ведь большинство похищенных объектов искусства так и остаются ненайденными. Только прошлый год запомнился целой серией дерзких ограблений музеев.